Привет! Сегодняшнее утро я решила провести с вами, показать мой один из разновидностей завтрака при моем правильном питании. Значит, с чего вообще я начинаю день? И каждое утро это у меня начинается с выпитой бутылки воды. Это я подхожу к свой диетический уголок. И специально все выставила для вас, чтобы было вам более наглядно и удобно смотреть. Значит, уже бутылочка одна у меня пустая. Я всегда каждое утро я выставляю 4 бутылки пол-литровые. И я должна выпивать 2 литра в течение дня. Я распределяю, чтобы было выпито это количество воды. Если я выпиваю больше, окей. Но стараюсь не меньше 2 литров выпивать. Следующий мой этап. Я принимаю омегу в 2 каких-то разновидностях, я не буду подробно говорить, омега, она и в Америке омега. Animal Flex начала принимать я с сегодняшнего дня, так как я занимаюсь фитнес, немножечко идет нагрузка у меня на колени, у меня коленные суставы иногда бывают напоминают о себе. Здесь 40 таких пакетов, я думаю, вы знаете, если что, в интернете откройте, посмотрите, что входит в состав. Продолжаем. Я беру овсяные хлопья, включаю свои весы. Я говорила в прошлых видео, что я обязательно все взвешиваю. И у меня идет, сейчас вам скажу, вот 35 грамм должно быть у меня овсянки. Ну, это вот я так, это такая моя порция. Что мы делаем дальше? Я обязательно пишу, вот овсянка, например, у меня 37 грамм сегодня. Сколько я добавляю воды? Я даже не пишу овсянка, потому что у меня всегда ясно, что первое это овсянка. Добавляю воды. Вот. Следующее, после того, как я добавила воду в овсянку, я добавляю грамм 10 клетчатки. Вот добавила, получилось 12. Окей, запишу 12. 12 клетчатки. Следующий этап. Голубики. Получилось 15. 16 грамм малин. У меня уже тут был приготовленный банан. Я его нарезала. Пол банана. Вот, только половину банана. Потому что и так достаточно, чтобы порция не огромная была. Я сейчас высыпаю, посмотрю сколько. 60 грамм банана. И я записываю банан, у меня здесь уже все написано, 60 грамм. Орехи. Вот у меня грецкие орехи. Я тоже их высыпаю, правда, я их мельчу. Здесь они уже взвешены, здесь 20 грамм. Я уже привыкаю. Вот, я немножечко их вот так измельчаю. Сейчас мы... Это... И я могу еще добавить кешью. Кешью, наверное, это будет... сейчас мы посмотрим. Кешью 7 грамм. Сейчас я это все перемешаю и поставлю на 1 минуту в микроволновку. Достала я нашу кашу с микроволновки. И осталось добавить сыр. Сыр я беру тертый, обязательно без жира. И, я еще и добавила в кашу молока. Молоко у меня без сахара. Вот такое молоко. 2% жирности. Вот. Вот такой интересный у него состав, где нет сахара. Потому что я почему-то не знала, что в обычном молоке достаточно много сахара. Но есть возможность здесь взять такое молоко. Видите? 0 грамм sugar. Сыр я уже взвесила. Здесь около 27, по-моему, грамм. Я это все записала. И что я вот высыпаю. Немножечко я жду, чтобы она остыла, эта каша, да, чтобы он не плавился, сыр. И вот я высыпаю сыр полностью сюда. Ну, и вот так вот распределяю, потому что как-то хочется, чтобы все было более-менее красивенько. Ну, вот сегодня вот у меня такой завтрак. Полностью все записала. Что, сколько в граммах. Для чего я это делаю? Для того, чтобы контролировать саму себя. И контролировать, что я ем. В итоге, в течение дня я все записываю. Обед, завтрак, ужин. И ввожу в конце дня.
я ввожу вот в такую таблицу. Это у меня позавчерашний день, по-моему. Ввожу вот в такую таблицу, где вот у меня написано, видите, овсянка моя, сыр fat-free. То здесь есть возможность, на этом сайте есть возможность вставлять свои продукты. Вот, создать продукт. Я, наверное, если надо будет, скину вам ссылочку этого сайта, и вы будете пользоваться, если кому-то это будет интересно. Но я уже в течение полугода вписываю, все контролирую. Я, например, знаю, что 6 ноября я съела 1564 калории. Белков у меня было 107, надо 120. Жиров, у меня здесь много жиров, 90, потому что я утром съела арахисовое масло. Но это утром я его съела. Так стараюсь, чтобы у меня было 55 жиров. Углеводов 137, даже немножко недобор. Я это стараюсь контролировать, потому что это очень важно. Сделаю обзор еще всех продуктов, которые сегодня участвовали в моем завтраке. Вода, омега, овсянка, клетчатка, орехи, молоко без сахара, ягоды, голубика, малина, пол банана, орехи, сыр. Ну и в зависимости уже от того, что я добавляю и что я исключаю, могу добавить меда, могу добавить изюм и сушеную клюкву. Ну что, завтрак мы приготовили, продукты я вам показала. Теперь будем ждать следующего видео. С обедом! Всего хорошего! Пока-пока!